как всегда одна смотрела телевизор. Час просидела молча, два просидела молча, а потом сама себе молча задала вопрос. Где ты, с кем ты без меня по свету бродишь? И почему я вечно жду тебя, как кошка? Вроде бы рядом ходим, каждый своей дорожкой. Так скажи, чего я жду? И зачем ты мне такой? Emancipation.